Привет, на связи Папа Борщ, и в этом видео мы с тобой разберемся о 5 способах заработка в интернете в 2022 году без вложений. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, как тебе заработать свои первые 100 тысяч рублей в интернете в 2022 году, даже если у тебя есть только компьютер или того меньше, только смартфон. Ну а перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись на данный канал, чтобы не пропустить много новых и интересных видео на тему заработка в интернете. Не будем терять ни секунды, погнали! И сейчас я тебе расскажу о списке самых актуальных фриланс-профессий в 2022 году. Это те профессии, которым ты можешь обучиться с абсолютного нуля и уже на них начать зарабатывать свои первые деньги в интернете. Первое – это фриланс на Upwork и подобных сайтах. Второе – ты можешь покупать и продавать сайты. Третье – ты можешь покупать и продавать доменные имена этих самых сайтов. Четвертое – ты можешь стать виртуальным помощником. Пятое – ты можешь продавать программные услуги и программное обеспечение. Шестое, ты можешь заниматься репетиторством онлайн. То есть, если ты обладаешь какими-то либо навыками, которыми ты обучаешь уже других людей в офлайне, ты спокойно это можешь перенести в онлайн и дополнительно с интернета зарабатывать в 2022 году свои первые деньги. Далее, ты можешь стать разработчиком сайтов. Ты прекрасно понимаешь, что сейчас 21 век, и в сайтах нуждаются абсолютно все предприниматели. Сейчас никакого бизнеса не происходит без развития предпринимателя и данного бизнеса в интернете, поэтому эта профессия остается актуальной в 2022 году. Также ты можешь стать графическим дизайнером. Если ты умеешь рисовать, ты рисуешь в офлайне, и у тебя есть творческая жилка, то ты спокойно можешь перенести свои навыки в интернет, стать графическим дизайнером и заработать свои первые деньги в 2022 году в интернете. Девятое, вы можете предлагать свои услуги по SEO-оптимизации сайта. По-прежнему SEO остается той услугой, которая всегда нужна абсолютно всем предпринимателям, потому что данная услуга приносит бизнесу дополнительных клиентов, и это профессия, которая остается актуальной в 2022 году. Десятая фриланс-профессия в данном списке – это SMM-специалист. Сейчас SMM-специалисты – это очень актуальная профессия, тем более, если вы можете делать SMM ВК. Вы знаете то, что некоторые площадки у нас заблокированы, такие как Нельзяграм, ТикТок и так далее, и предприниматели все валом идут сейчас в ВК. Если вы будете тем специалистом, который может этим предпринимателям помочь разобраться, как им привлекать трафик, как им привлекать новых клиентов, то вы будете купаться в деньгах в 2022 году, я вам обещаю. И первый способ заработка в моем списке из 5 самых актуальных – это партнерские программы. Это так называемые площадки, на которых ты можешь зарегистрироваться, выполнять какие-либо задания в интернете и за это получать свои комиссионные на данной площадке. Что же за задания могут быть? Первое – это могут быть оплачиваемые клики, то есть тебе будут платить за целевое действие, за то, что ты перейдешь на какое-то объявление, на какое-то видео, куда-то кликнешь, и за этот клик тебе фиксировано площадка заплатит деньги. Второе – это арбитраж трафика. Это когда ты обладаешь знаниями, как привлекать трафик с различных рекламных источников. И твой потенциальный заказчик тебе оплачивает комиссию за определенное действие, которое совершает твой трафик. Допустим, это человек позвонил на сайте или оставил заявку. Третье – ты можешь создавать и вести группы в социальных сетях. Сейчас это очень актуальное задание на таких площадках. Очень много предпринимателей нуждается в грамотных специалистов, которые им расскажут, как им создать группы в социальных сетях, которые сейчас не заблокированы, и как с этих групп получать заказы и оплаты в их бизнес. И пятое, на данных площадках ты можешь заниматься копирайтингом, ты можешь писать литературные текста, ты можешь писать текста для SEO-оптимизации. Поэтому, если ты каким-то либо образом связан с написанием текстов, ты знаешь, как это сделать, ты с легкостью можешь зарегистрироваться на любых площадках, которые предоставляют партнерские программы, и на своих знаниях в копирайтинге зарабатывать свои первые деньги в 2022 году. Второй способ – это консалтинг. Если вы обладаете какими-то либо знаниями, то есть вы можете обучить человека, как рисовать, как качаться, как заниматься бизнесом, как плавать и так далее, то на своих знаниях вы можете отлично заработать деньги в 2022 году. Третий способ, о котором, наверное, сейчас знают абсолютно все – это криптовалюта.
по-прежнему это остается актуальным способом заработка в интернете. Но сейчас у многих множество вопросов о том, как же там начать, с каких денег. Существуют различные стратегии, непонятные какие-то оттуда слова. И, конечно же, этот способ заработка не дает 100% гарантию, что вы вообще там что-то заработаете, в отличие от следующего нашего способа. Четвертый способ – это дропшиппинг. Это когда ты можешь перепродавать абсолютно любую продукцию, как посредник, не покупая ее. Тебе не нужен склад, сотрудники, тебе не нужны огромные бюджеты, чтобы закупить продукцию и перепродавать его. Ты просто связующее звено между покупателем и поставщиком. И на этом ты зарабатываешь свою комиссию. Ну а мы с ребятами зарабатываем огромные деньги на оптовых перепродажах чужих товаров по системе дропшиппинг. Сейчас на экране ты можешь видеть мои результаты, результаты моих учеников, кто уже добился офигительно крутых результатов в оптовой перепродаже чужих товаров. Здесь тебе также не нужны огромные бюджеты, тебе не нужен склад. Ты можешь просто как посредник перепродавать абсолютно любую продукцию оптом. Картошка, морковка, айфоны, велосипеды, самокаты, елки, тюльпаны. Все это ты можешь перепродавать, и не только это. И как посредник с одной продажи зарабатывать от 100 тысяч рублей чистой прибыли, так как это огромные сделки за счет того, что товары покупаются именно оптом. Если вы хотите работать с профессионалами и получать гарантированную прибыль уже в первый месяц, обязательно переходите по закрепленной ссылке в комментариях. Я буду вашим личным коучем и сопровождать вас до получения первой прибыли с оптовых сделок. Уже более 150 учеников добились весомых результатов в оптовой перепродаже чужих товаров. Если вы хотите так же, то обязательно переходите по ссылке в закрепленных комментариях, и я буду вас ждать на нашем сайте. И пятый способ заработка в 2022 году в интернете – это YouTube. И очень большим преимуществом YouTube в данном моменте является то, что он не заблокирован в Российской Федерации, в отличие от других рекламных площадок. YouTube не требует абсолютно никаких космических вложений. Тебе нужно просто начать снимать видеоролики в выбранной тобой нише. И достаточно быстро, при должном подходе, твой канал может стрелять, ты можешь получать много просмотров, много лайков, кликов, переходов и так далее. И на всем этом, как блогер, зарабатывать свои первые деньги в 2022 году. Теперь ты, скорее всего, 100% понимаешь, как тебе зарабатывать в 2022 году. По крайней мере, в твоей голове поселились интересные способы. Обязательно подпишись на данный канал, ставь лайки, и до встречи в следующих видео. Пока!